Привет, мой дорогой культуровед! На Первом городском телеканале пришло время культурной жизни. Сегодня наша программа снова встречает гостей. Она поет на 8 языках, умеет рисковать и не боится начать все с нуля. Ее вполне можно назвать человеком мира, хотя сама себя она называет вечной страницей. У нее фантастический голос и потрясающая работоспособность. Легендарный Мишель Легран назвал ее прекрасным бриллиантом. Она могла бы сделать блестящую карьеру оперной певицы, но выбрала эстраду. Тамара Гверцители сегодня в гостях у программы «Культурная жизнь». Это первый визит Тамары Гверцители в Гомель, и, как признала сама артистка, всегда испытывает волнение при встрече со зрителем в новом для нее городе. Так было и в этот раз. Но уже через пару часов волнение переросло в настоящий роман. В эксклюзивном интервью нашей программе Тамара Гверцители рассказала, какой музыкальный сюрприз готовит своим белорусским поклонникам и поделится впечатлениями от работы с группой Би-2. А кроме этого, вы узнаете, почему Тамара Гверцители не снимает клипы, по какой причине у артистки нету официального сайта и как певица готова поступить с теми, кто общается в интернете от ее имени. Все это и даже чуть больше смотрите прямо сейчас. На 10 языках вы поете, но белорусского пока что еще нету. Есть ли в творческих планах спеть, например, «Куполинку»? В творческих планах есть, потому что вот в Минске у нас в ноябре концерт с Государственным оркестром Беларуси. И там я очень хочу, чтобы мы исполнили белорусскую песню в своем прочтении. Понятно, что не надо подражать, но будет очень приятное соприкосновение с этносом и именно с белорусским мелосом, потому что это крайне важно, это очень красиво, и я всегда мечтала, если удастся осуществить эту такую творческую маленькую мечту. Кончится блянка. Ты ждешь ребенка от меня. Ну, творчески вы уже пересекались с белорусами. Ваш дуэт с группой Би-2 высоко оценили представители разных музыкальных поколений. Да, вы знаете, он, как бы, вот этот творческий союз, он продолжается. И мне, конечно, крайне и приятно, и я думаю, что это есть некая победа над самой собой. Души, капитан моей распущенной души, в этом городе так странный случай, безвоздушная тревога. Когда мы встретились, мы были абсолютно из разных, мы существовали на этом контрасте, конечно, это можно один раз, два раза, но потом, когда уже начали писать для меня специальные ребята, учитывая все и весь, так сказать, бэкграунд, и все, на чем, как бы, стою я и опираюсь на, ну, другую музыку, скажем прямо так, они нашли некое такое объединение, соединение вот этого всего, которое до сих пор и имеет продолжение. У нас проекты, у нас планы. Самый,
когда вокал и настоящее пение, это интересно любому поколению, потому что их может не задевать музыка, но голос и вокал люди очень интересуются и на них производит это видно впечатление, потому что определенное воздействие имеет сам голос как инструмент, который передает. И, например, я понимаю, что я выхожу и сидит в зале какая-то молодая пара или один человек, ну, который вообще не знает, где Грузия и где эта страна, и что, как. И я думаю, что одной двумя песнями я сразу же делаю понятным в музыкальном плане, и человек начинает чувствовать уже, он не осознает, но он, я думаю, что начинается такое музыкальное втягивание вот в эту атмосферу, потому что действительно красивые песни у всех народов, и особенно когда ты поешь свое национальное, это очень интересует и, я думаю, что зацепляет людей. Я не обнаружил ваш официальный сайт или страницы, посвященные вашему творчеству, или страницы Тамары Гверцетели в соцсетях. Официальный сайт находится в разработке. Ну, а сами насколько дружите с интернетом? Я, конечно, 24 часа не буду в интернете, но я, как говорится, такой участник довольно-таки... Активный? Да, скажем так, да. Иногда вместо меня пишут какие-то люди. Поэтому. Поэтому, когда я настоящая сегодня на сцене была, а вот иногда бывает, вместо меня пишут, ну, тоже можно, как говорится, понять и разобраться с этим. Воздушный поцелуй, как маленькое солнце, но все, увы, уйдут, кого не коронуй. Что остается воздушный поцелуй. У вас не так много клипов, как у остальных артистов. Почему? Да, клипы замечательные. Но я просто человек сцены. А вот когда много концертов и много проектов музыкальных, очень тяжело это совмещать с такой деятельностью. Вот то, что касается клипов. Есть многие песни, которые я хотела бы видеть уже в качестве клипов. Но пока вот с этой гастрольной деятельностью, пока вот немножко вот так. И падение было легко и красиво. Словно виделось ей что-то в дальнем краю. И с арены потом унесли торопливо. То ли девочку ту, то ли душу мою. Я все остаюсь человеком музыки, и для меня в первую очередь существует музыка, а потом все остальное. И как бы я не была влюблена в театр, мюзикл, в кино, я все-таки остаюсь человеком музыки, и это для меня это воздух. Остальное все это то, что мне дает музыка. Вот музыка дала, я появилась, и хорошо. А так, естественно, мою душу будоражит и с ума сводит только, конечно, музыка.
Это программа «Культурная жизнь» на Первом городском. Сегодня у нас в гостях несравненная Тамара Гверцители. Ее место в музыке – это голос глубокий, чуть дрожащий. Песни в исполнении Гверцители звучат с особым шармом. На эстраде так еще никто не исполнял. В этом и есть ее уникальность. Далее в интервью нашей программе Тамара Михайловна расскажет, почему ни разу в жизни не была блондинкой, часто ли слышит замечания собственного сына, кстати, режиссера по образованию, и за что самой влетала в детстве. А кроме этого, у нас с вами есть уникальная возможность узнать, после какого случая Тамара Гверцители начала коллекционировать веера и сколько экземпляров сейчас насчитывает ее коллекция. Что от многих стилистов неоднократно поступали предложения, например, сделать вас блондинкой. Знаете, ну, как бы такой в юности, молодости я избежала этого. Меня никто не видел никогда в каком-то другом стиле. Но это, наверное, такое творческое счастье, когда у человека есть свой стиль, и он не стремится... Меня надо что-то в себе, ну, это можно как бы в клипах использовать или играя какой-то образ. Или фотосессии. Да, или фотосессии, да. Можно быть и рыжей, огневой, можно быть блондинкой, но в жизни это невозможно, потому что и поведенчески, и ментально, конечно, я такая, ну, брюнетка. Ваш сын тоже выбрал профессию, связанную с искусством. Может ли он сейчас выступить в роли вашего критика? Ну, знаете, он такой закулисный ребенок, который вырос, ну, вот с годового возраста, когда ему исполнился год, он оказался за кулисами, поэтому он знает все этапы. То есть в творчестве, естественно, существуют этапы, потому что творчество без этапов не существует. Но я думаю, что вот такой ярой критики я, слава богу, пока не слышу. А за что вам в детстве влетало? Мне от педагогов. Ну, я слишком... Когда я была в ансамбле «Мзиури», я слишком много правды хотела, то есть справедливости. Я почему-то начала там биться за справедливость. Ну, однажды, капитан, был водяной из дальних стран, и влюбился, как простой мальчуган. Вот такая справедливость. Ну, я билась за правду. Ну, а было такое, что от матери там могла в угол мама поставить, там, сказать, Тамара, что ты натворила? А, ну, я... С мальчишками подраться. Ну, тогда я с мальчишками дружила. Я шкодничала очень. Я очень такая шаловливая была. Бегала, прыгала, но... Всегда занималась музыкой с 5 лет, фортепиано, поэтому меня угомонить можно было только, когда меня сажали, и я начинала играть с гаммой, этюдой. Как говорится, ну, такой экспрессивный очень ребенок. Но потом вот в детском ансамбле «Мзиури» немножко уже нас всех... Да, да. Это большая школа под... из-за дисциплины, из-за существования в коллективе. И я думаю, что в детском коллективе есть очень сложно существовать. Это как в театре. Потому что это, с одной стороны, и как, становится как дом. И 8 лет мы провели вот в этом ансамбле. И, конечно, это был таких из этапов очень значительных. Вы собираете коллекцию вееров. С чего все началось и для чего вы их используете? Ну,
Ну, их уже много, наверное, 45-48 разных. Началось это, конечно, с подарка. Когда мы были в Испании, молодой парень, то есть, ну, наш ровесник, ему тоже было 17 лет, подарил мне в знак вот теплых чувств и симпатий маленький веер. И, конечно, у меня... Ну, после этого мы не переписывались, но, конечно, ничего из этого не получилось серьезного, потому что, во-первых, я жила в Советском Союзе, он жил в Испании. И, конечно, это очень огорчило, потому что я понимала потом, в процессе никто ничего не понимает, кроме того, что думает, что все будет как в первой встрече. Вся жизнь похожа на первую встречу, все восторженные, молодые. И вот этот веер он мне подарил, и поэтому... И с тех пор понесло. Да, с тех пор, да. Как-то у меня такое отношение к этому лирическое. Не просто какой-то мальчик, не просто так, и не просто веер, очень красивый. Конечно, у меня нету ничего подобного, но все-таки как-то он остался в моей душе вот так красиво. Большое спасибо за замечательный концерт, потому что концерт – это не только артист, это публика, в первую очередь, и в знак уважения, и той чести, которая мне была оказана сегодня, вот это овации, аплодисменты, и прочувствовано, и иногда наступала такая тишина, и каждая нота слышна, и прямо дыхание перехватывает. Хочешь вот так вдохнуть и продлить эту фразу музыкальную долго-долго. Я надеюсь на скорую встречу. Спасибо большое. И я желаю огромного счастья всем. И, естественно, моему зрителю, уважаемой публике, низкий поклон. И до скорой встречи. Всем спасибо вам большое. Пожалуйста. Программа «Культурная жизнь» благодарит городской центр культуры и устроителей концерта за помощь в организации встречи с Тамарой Гверцетели.